Всем привет! Это Ирина, бывший бухгалтер с серьезными намерениями стать лучшим лэшмейкером. Сейчас она на обучении по наращиванию ресниц. Это уже третье наращивание в ее жизни. А это моя модель. Терпеливо лежит уже 3 часа. На своей первой практике я всех девочек называла жертвами. Но сейчас дела идут уже веселее. Конечно, нам нелегко, но мы позитивны и полны сил покорять вершины новой профессии. А это я, вернее мой палец. Меня зовут Лера, и я тоже начинающий лэшмейкер. Добро пожаловать на наш канал. Давайте вместе с нами учиться делать людей красивыми. Ну все, Деникс настал. Сейчас уже собралась, вызвала такси и еду сначала за Иришкой, и потом едем уже на занятие. Это будет последнее занятие, выпускная работа и вручение, наконец-то, нам свидетельств, почему-то 2, что мы закончили, там, не знаю, что будет написано, потом покажу. Ну, немного волнуюсь, но уже не так, как в первый раз. В принципе, все нормально, все привычно. Ладно, пошла, такси вызвала, Иришке сейчас напишу, что выхожу, все вперед. Чуть нечаянно не нашла на 3-й этаж опять. Пустите меня назад, я переживаю. Что-то опять одела эту черную футболочку свою. Ну ладно, я ее сюда, что-то влюбилась в нее, постоянно сейчас ношу. Мне самой уже надо ресницы делать, у меня уже вообще такое, больше, наверное, уже 1,5 месяца ресницам. Но сейчас первое будет наращивание делать мне Иришка, поэтому я уже, в принципе, не волнуюсь, потому что у нас уже нормально все получается. О, все, вот моя машина, по-моему, 572. Все, побежала. Очень волнительно, вообще просто завал. Спасибо большое, девушки, 4 часа сидела. Смотрите. Угу. Видите, в чем? Да. Изоляция была немножко косячная. Человек может открыть глаза, если там 2-3 слиплены, если уже больше, все. Больше там 2-3, это все уже сложно. Несмотря на то, что сцепки очень слабые, за счет того, что нижние не потеряны, открыть уже человек не может. Сползали патчи. Почему сползали? Дергались глаза. Если дергались глаза, нужно обязательно, ну, прям искать причину, почему это происходит. И закрываем. Вижу. Слезы? Или просто не открываются? И не открываются. Открывайте сейчас. Сейчас откроются. Закрывайте. Намучила вас. Да. Открываем. Сейчас такое время. Угу. Смотрим, на меня не щипит. Закрываем. Открываем. Смотрите. Углы не провисли, несмотря на то, что они торчали. Вот, смотрите отсюда. Отсюда. Несмотря на то, что углы были провисшие, точнее, натуральных ресниц, вы поставили у внешних углов короткие линии, и они не провисли из-за этого в наращивании. Если бы здесь был изгиб С, например, или если бы вы продлили сюда вот эти двенашки, то были бы грустные вот эти глазки, заваленные углы. Почему вот изгиб Д кажется таким коварным для меня? Я не знаю, Д коварный, но он способен корректировать очень сложные глаза. Да, все, можно вставать, Что Д, я сразу думаю, господи, Д. Я не знаю, почему на меня вызывает такую панику. Обалдеть. Вообще. Мария, спасибо вам большое. Мне, вы знаете, что понравилось вот больше всего? Ну, помимо того, что вы все говорите как есть, и еще вы, ну, не знаю, на вот... Как бы не даете никакой вот, знаете, как вот есть люди, ну, как есть учителя и такие так говорят, сойдет. И так сойдет. У вас вот есть такой огромнейший плюс, он очень, правда, это просто супер, я не знаю, как преподаватель, это просто шикарно. То есть ты оглядываешься и постоянно думаешь, а что скажет Мария? Ну, просто это какое-то, это на подсознательном уровне уже происходит, и оно причем вот, ну, это очень, это круто, правда, это вот... настолько подстегивает делать хорошо, и опять же таки, несмотря на то, что я думала, что я рукожопка какая-то по жизни, но ничего, я думаю, что
терпение и труд, все перед труд. Главное, сейчас будем наращивать и вперед. Ну, вам вообще огромное спасибо. Вы, правда, очень крутые преподаватели. Спасибо большое. Подарочки. Вообще, это круто. Вот, держите. Вот так вот. Спасибо большое. Да, смотрите, сертификат это огромное. От поставщика, который вот материалы вам. Сертификат, а остальное от меня. Спасибо большое, это круто, пожалуйста. Боже мой, это вообще. То есть, я не знаю, это просто что-то волшебное. Вообще, это прям реально, я ни капельки не пожалела. Но вы знаете, это самый тяжелый труд, который вообще я могла себе представить. Мое представление было, наращивание ресниц это... как бы, да, это сложно, но не так. На самом деле, это и ты кайфуешь от того, что это сложно. То в смысле, хочется добиться результата, да, и не смотреть да, на что. Прям такое упорство, прям... это... Я думала, что мне было на категорию Б тяжело учиться на вождение. Я думала, боже мой, как я так... Нет, здесь вообще, на самом деле. И сейчас вот у нас в планах прям заняться вплотную, ну, всем, я не знаю, там, да? помещением. Сейчас да. все придет, и мы будем наращивать каждый день. Не сидеть каждый месте ровно, короче. Должно вроде тренировать. Да, да, мы сейчас, первое, это мои ресницы, наконец-то дождались своего часа, и потом уже вот Иришка тоже будет с ресницами. Ну, там уже мы будем, ну, не знаю. Я думаю, что главное терпение, все получится. Ну все, мы вышли, у Иришки, короче, сертификат. Два? Боже мой, два и даже. И подарочек. Я не знаю, у меня, конечно, восторг, правда. Я вот, как это ощущение, правда крутые? Вот правда, ребят, я... Как бы сложно это не было, но реально интересно. Это круто. Прям интересно. Да, мы сейчас продолжим. Искренне верю, что если может кто-то один делать хорошо, то и мы тоже это сделаем. А может быть, даже еще и лучше. Будем стараться, короче говоря. Все ошибки ясны, они ясны вообще, но непонятно, как их допускаешь. Ну, это, наверное, первое время у всех так. Да, это так. Со стороны выглядит, что легко. Да, 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 трудно. Да. Ну все, мы умнички. Этот день завершен. Фух. Клёво. Вперед. Вызываем такси, едем домой. И, ну что, завтрашнего дня начнем уже смотреть на Авито себе помещение. Вперед. Бесплатные работяги. Бесплатные работяги готовы. Вперед. Виталий там, наверное, уже ждет. Ему, наверное, вообще интересно посмотреть, что там у меня за сертификат. Их посмотреть. Хорошо, что я видосик немножко поснимала, чтобы хоть видеть свои ошибки, но и так в целом, что я нарастила. На все это, вместо того, чтобы звонить, я везде стучу. Та-дам! Ну что? Вот такой. Ты с подарочкой? Да. Ну что? Ну все. Как закончилось обучение? Я все сняла. Я знаешь, что сняла? Самое главное, это подарочки. Нам подарили даже подарочки. Даже подарочки. А тут посмотри, пожалуйста, тут сертификата. Два. Не один, а два сертификата. Целых два. Валерия Загадыня. Да. Классическая и объемная. Молодец. О, вообще, это волнительно. Я в общем, даже сняла, как мы, какие ошибки, как нарастили, и как выглядят глаза потом после наращивания, короче. Все, мы, в общем, теперь готовы уже, не знаю, готовы работать. Иришка сказала, все, бесплатная рабочая сила, готова к трудообороне. Пришли наши еще материалы и... Ну, как бы я отдала их Ришке, потому что мы будем уже искать помещение ближе к Некрасову. Ну, что-нибудь достать туда-сюда. И, в общем-то, теперь ждать будем, что у нас Алиэкспресс. Молодцы. Поздравляю. Все. Сейчас мы учим. Будем отмечать. Сегодня будем отмечать. Фух. Сейчас покажу тебе. Все, пока. Ну что, день второй. Мы получили еще посылки. Посылки идут одна за одной. В общем, продолжаем затариваться материалами. Пришло еще три посылки, и нас еще ожидает одна посылочка, это маски. И, в принципе, уже все пришло. Сейчас идем к Иришке опять на распаковку. Там должны прийти основные все материалы, которые нам нужны будут для работы. Это и пинцеты, это и, ну, там все, микробраши, то есть очень-очень много всего. Ну и все. И, в общем-то, уже даже не ожидали, кстати, это тоже пришло очень быстро, да? Хотя ну, по очень отзывам... Очень быстро, да, 10-12 дней. То есть, ну, хотя по отзывам было у кого-то 3 месяца. Да. Всего на закупку из Китая, из Алиэкспресс мы заказали на 8 тысяч рублей.
на двоих. И здесь заказали на 6,5. В общем, вот такие вот у нас расходы. Но это на двоих. На двоих по материалам. Но... на одного человека, конечно, выйдет меньше. Там это так. Еще. Можно сказать, это даже на одного, потому что там не столько много там ресниц. Ну да, пинцетиков там много, но они там и недорогие. Ну сейчас посмотрим, сразу сделаем небольшую распаковочку и сразу посмотрите, что мы там заказали. Да, посмотрим, какие пинцетики, они иногда приходят с браком. Сейчас все сразу и проверим. Кстати, как сказала Иришка, уже не такая же-то и дешевая. Дешевый старт. Да. Потому что мы еще не покупали, ну, кое-что там не покупали. Не покупали. Одноразовые простынки не покупали. Ну и т.д. и т.п. Так что, в общем, вот так вот. Еще все впереди. Ну все, ребята, мы на месте. Иришка пошла в магазинчик. И вот, наши коробочки. Вот в таком состоянии вот они приходят. Видите? Ну да, состояние, конечно, вообще. И вот, и вот это вот. Я не знаю, что надо с ней делать, да, с коробкой, чтобы да. ее настолько помять. Это ужас. Ладно, начнем с маленькой. Давай, боже, я же, у меня просто, вот я вся в нетерпении. А что тут в маленькой? Я не знаю. Я уже даже не помню, что мы заказывали, хотя это недавно слушай, было. Это маски. А, маски все-таки пришли. Маски пришли. В общем, по маскам мы заказали угольные. Пришли почему-то без коробки. А какие мы заказали? Угольные одноразовые, да, в общем-то? Они ну уже... да, угольные одноразовые. Угу. Нам вчера, кстати, на курсах подарили угольные маски. Мария нам подарила... розовенькие, девчачьи. У нас есть тоже одноразовые. Так, погоди, где тут? А, вот здесь. Это... О! Ну, кстати, в этой маске можно ходить по городу. Там у нас как раз такой смог невыносимый. Новосибирский, да. Да. Так. А подарочки будут? Подарочки? Ну, эти молодцы. Это, я так понимаю, не гораку, да? Да, это ресницы. Мы сейчас их разложим красивенько. Привет! Да. Смотри, у нас тут полная распаковка. Какая коробка? Да, кстати, пришли маски. Пришли маски, представь, они, что-то другое не пришло. Мы думали, что у нас... Так, слушай, а мы, кажется, одну эту заказывали. Две. Мне кажется, одну. Нет, мы две заказывали. Две заказывали? Да. О, ну вот это хорошая штука. Видите, какое стекло? Оно, правда, прозрачное. Ну, можно туда белую подклеить. Белую подклеить какую-то эту, да? Чтобы было видно. А вы же скользко еще купили. Да, да. Но я только не знаю, единственное... Так, вот... Смотри, смотри. Микробраши. Ого, нифига себе. Это микробраши. Так много. А сколько их? Я даже уже не помню. Нет, нормально. Наоборот, это все рассказ. Это так. Что у нас? А это этот. Полетка. Лип со скотчем в стороне. Смотри, какой он тонкий. Это мы что-то заказывали, что-то клеить на них. То ли пучки можно это клеить. Это ты приклеиваешь сюда? Да, вот да, это. Заготовки пучков. И потом чтобы пучки. Мы не мучились, мы могли, например, на ай, клей липкой лентой. Да, 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 специальная. Круто. Это погнулось. Это что, патчи? Да, наверное, мы еще... Покажу, да, это пачка. Да, их очень много. У нас еще и плюс подарок куча. Ребят, что мы заказали по ресницам? То есть мы заказали полностью размерный ряд. Но... Ой, они вообще классные. Они такие прям, ну чувствуется, что нормально. Ой, очень нежные. Мне кажется, даже понежнее, чем эти. Ладно. Покажи, пожалуйста, по этому. Понежнее, чем лавли. И вот если проводишь, где тут, не вижу, проводишь рукой, они очень-очень нежные. Посмотрим, как они будут браться они для этих. Они силиконовые, наверное, да? Посмотрим, как они будут браться для пучков. Так, а ну-ка, вот сколько мы заказали, получается, это 10. Да, вот так. То есть 8-й 1, 9-й 1, 2 десятых, 11-й, 12-х 2 и 13-й. Нет, это как бы CM. Это может быть такое у них... CM, они, короче, M-ка больше... О. Вот, в общем, по ресницам это у нас такая закупочка вышла. Ну, хорошая, хорошая. Сейчас еще внимательно посмотрим пинцеты. А что у нас здесь? Вот немножко здесь. Помяли. Это для делать эти. Ну, как это? Это розовая для девочек. Это ресницы, которые, вот, две штуки. Которые на модель. Манекен. На манекен. На модели. Это что? А, это еще палетка с этим цветочком.
это эти цветочки, которые очень хорошо как-то там, надо посмотреть, как правильно с помощью них делать пучки. А, ну да, тут какие-то ребрышки есть. Это скотч, это еще скотч. Это бумажные, а это такие. Ага. Это сушить ресницы. Это вот такие вот, ну, смотреть. Зубная вам. Это. Да, смотреть. Это вот палетки. У нас должно быть их много. Это, наверное, не у них мы заказали. Нет, это, наверное, нет. Нет, все, они просто, наверное, друг в друге. А, да, да, они тут. А это что? По 4 в каждой. Это кажется. Наклейки. На лоб. А, на лоб. Это на лоб клеить, чтобы на лоб клиенту положить каплю и положить эту. Ну, не знаю, все испробуем. Это микробраш. Щеточки. Я думала, вы силиконовые заказали. Нормально, пойдет. Ну, все. Вот такая у нас очень получилась закупочка. И еще нас ждет еще одна посылка. А там что у нас в этой посылке мы заказывали? У нас уже не ждет, кажется, нас такая посылка. А, уже все? А что ты еще хочешь? Я не знаю. Мы уже все забрали. А, ну все, тогда. Сегодня 3 посылки. У нас было 5 посылок. Мы в тот раз забрали 2 и сейчас 3. Да. А, ну тогда отлично, все. Тогда у нас все уже есть в наличии, отлично. Все, ура.